Девочки, всем привет, как у вас дела? Начну с того, что хотела бы у вас спросить, а как вы поступили бы на моем месте? Конечно, для меня самый первую очередь это мой беляшик. Я его очень обожаю, люблю. Вообще-то я люблю животных, всех котиков, собачек, всех животных люблю. Я должна была вчера, конечно, с ним пойти в больницу, но случилось такое, что не знала, что делать. Надо было человеку помочь. Ну, конечно, поменяла на сегодня. Я вам сегодня покажу про беляша, когда я с ним уже пойду, надо будет снимать. Он бедный, когда меня видит, прячется, потому что знает, что я ему должна лекарство положить. Что случилось? Я как раз вчера взяла автобус, и муж мне звонит, говорит: Алина, ну давай уже жду, чтобы уже спуститься, чтобы пойти к врачу. Я говорю: ну хорошо, ну я когда нервничаю, понимаете, меня раздражает все. Я говорю: все, короче, я сейчас уже еду, когда приеду, уже давай спустишь кота. Через одну секунду, короче, когда мы с ним разговариваем, звонок в дверь. Я говорю: ой, говорю, все, иди узнавай, кто это, может, почтальон или еще что-то. В общем, он через секунду обратно мне звонит. Я говорю: блин, ну не звони, да, мне, ты видишь, что я раздраженная. И слышу, кто-то плачет в телефон. Алина, пожалуйста, Алиночка, Алиночка, мне некуда идти, можно у тебя буду жить, у тебя оставаться. Такая, я не поняла, что случилось. Алина, скажи, пожалуйста, пускай твой муж меня пустит, он не хочет меня пускать. Алина, пожалуйста. Я говорю: подожди, подожди, что случилось? Она: подождите, дайте понять, что случилось. Он говорит: Алина, я не пойму, что она хочет, она по-испански не умеет говорить, я ничего не пойму, что она хочет. Она говорит, что муж, полиция, не знаю что. Я говорю: что случилось? Ну, эту девочку, украинка, что живет с этим испанцем. Говорит: в общем, мой вызвал полицию, я убежал. Что случилось? Алина и плачет. В общем, пришла домой, я говорю: ну, спустись. Ну, говорю, вы же париходеечи, это как бы им, как почти женаты. Что случилось? Я говорю: ты мне только скажи правду, конечно. Она мне чуть-чуть неправду сказала, конечно, я вмешалась. У нее руки трусятся, она плачет. Она говорит: он вызвал полицию на меня, и у меня были запасные ключи, я убежала, не знаю, наверх поднялась, не знаю как, убежала, я ничего не могу поднять. Звоню ему, говорю: что случилось, ты можешь мне объяснить, как это она должна на улице, или тебе не все равно, где она должна оставаться? Где должна оставаться? Она мне говорит: Алина, не переживай, у меня есть там деньги, я у тебя хочу оставаться. Подождите, подождите, подождите. У меня никто не может оставаться, потому что, ну как я могу? Да, это моя квартира тоже, но... Стоп, стоп, стоп. Я должна тоже уважать мнение моего мужа. И сейчас каникулы, и его дочка тоже приходит. Я ему говорю, он говорит: я вызвал полицию, короче, полиция, когда приходила, она убежала, и полиция сказала, чтобы не пускать ее. Я думала, что он врет. Я ей говорю: ты полицию видела? Она говорит: нет. Я ему говорю: я сейчас вызову полицию, как это она должна на улице спать или где-то спать. Ну, короче, вызываю полицию и жду, пока полиция придет. Он говорит: вызывай кого хочешь, мне все равно. Я говорю: да, конечно, вызову, говорю. Она же не умеет рассказать. Блин, 3,5 года жить в Испании и знать испанский язык даже. Не объясни. Ну, короче, я ей говорю: ты должна говорить правду. Если ты не скажешь правду, говорю, не знаю что. Я люблю говорить правду. Ты должна полиции тоже сказать правду. Ну, короче, приезжает полиция, там девушка и мальчик. Конечно, я когда его вижу, у меня нервы, он начинает: да она, короче, в общем, проститутка, она пьет водку, не знаю. Я говорю: стоп, стоп, если она пьет водку, а полиция говорит ему, типа, это ее проблема, что она пьет. Я говорю: у нас нормально, это если человек сидит и кушает, там, пьет чупочку, там, это водки, это не означает, что она алкашка, что она пьяная, нет. Но она недавно потеряла дочь, говорю, ну и что, что она здесь одна, говорю, я тоже одна, ну и что, говорю, если она пьет воду, не обозначает, что она тебе что-то делает, буйнячит, что-то делает, говорю, ты лучше расскажи, как ты над ней издеваешься, как.
А эта девочка говорит: успокойся, успокойся, типа, ты, кто она тебе? Я говорю: ну, знакомая, как можно сказать? Я ее поддерживаю, потому что у нее никого здесь нету и так далее. Она мне говорит: а ты чем можешь ее поддержать? Я говорю: чем я могу ее поддержать? Я работаю, у меня своя семья. Говорю: чем могу? Говорит: вы можете ее поддержать. Она на Украину не сможет поехать, потому что там идет война, говорю. Можете определить ее куда-нибудь? Говорю: я чем могу ее поддержать? Я могу ее поддержать вот так, перевод, переводить, все такое. А полиция мне говорит: так дело в том, что мы час назад были здесь. Говорю: как? Я говорю: Елена, ну ты, короче, ты мне сказала, что полиции не было. А мне эта девочка говорит: мы час назад были здесь, говорит. Я не знаю, откуда она, как она убежала. Так они живут на последнем этаже, и она мне сказала, что она поднялась на этаж выше. Как понять? Она говорит: да, Алина, когда он вызвал полицию, у меня были запасные ключи, я забрала деньги, забрала документы. Пока он вызывал полицию, я документы, короче, забрала и поднялась наверх выше. Когда полиция пришла, они начали меня звать, я поднялась наверх, и они когда зашли, я убежала и пришла бегом к тебе. Я говорю: а почему ты убежала? Вот этим же ты и доказала полиции, что ты виновата. Ну, потому что я не знаю испанский. Он, когда вызывает полицию, говорит: вот смотрите, она пьяная, показывает бутылку водки. Говорит: пока я не умею разговаривать, я не знаю, о чем они говорят. Говорит, что я, в общем, сука, что я пьяная, что я пьяница, что я не... Я говорю: вот это твое плохое, что ты живешь с испанцем, и ты не знаешь испанский язык. Да, ну это я все объяснила полиции. А полиция что говорит? Говорит: они не могут жить вместе. Мы сюда часто приезжаем. Мы сюда часто приезжаем. Он часто вызывает полицию. Говорит: если не могут жить, пускай расходятся. Говорю: стоп. Но перед тем, как разойтись, он же не может ее взять и выгнать на улицу. Он же должен, пока разойдутся, пускай она себе место находит. Да, и полиция говорит ему: но ты не имеешь права сейчас ее просто выгнать на улицу. Вот пускай, когда она тебе найдет место, пока вы разойдетесь, да, вот тогда она уже пойдет. В общем, она начинает плакать. Я потом у нее спрашиваю, когда она уже чуть в себя пришла, я говорю: я не поняла, говорю, что случилось? А мой муж говорит: Алина, надо же у него спрашивать, что случилось. Я говорю: что случилось? Я потом поняла, что я не туда влезла, короче, я виновата, что я на него налетела и не послушала его тоже. Он говорит: значит, на столе, где они кушают, он разложил бумаги, там, сегодня его оперировать. Разложил бумаги, все разложил. Ну, и оставил кусочек места. Она говорит: пришла, поставила бутылку водки, холодец, кушать, говорит, пьет, по телефону разговаривает, то плачет, то смеется. Да, а потом, говорит, выключает и начинает снимать, говорит: вот, где я кушаю, вот мое место. Типа, и начинает снимать. Говорит: я психанула и сказала: это мой дом, я тебе не разрешаю здесь снимать. Взял ее телефон, говорит, и конечно, разбила. Она мой, говорит. И так и пошло, поехал. Начали ругаться, говорит, и я взял все на столе, что было, говорит, начали разбивать. Говорит, я вызвал полицию. Ну вот сегодня его оперируют, и она мне говорит: ты представляешь, вот они сегодня идут в больницу, она его провожает, он, короче, рот полоскает и вот этим плюет ее в лицо. Они идут в такси, короче, он ее ногами в такси, таксист, короче, их убегает: уходите из моего такси, я не хочу, короче, у вас проблемы, выйдите, короче, такси их не забирает. Короче, он ее на второе такси, короче, выгоняет с такси, она идет домой, он ее обзывает. Потом он едет в больницу, потом звонит ей и говорит: вот, видишь, какая ты меня бросила. Это она мне так говорит. Я сейчас здесь один, в больнице. Она берет такси, едет к нему. Сейчас операцию ему делают, она мне говорит: Алин, ты можешь мне найти адвоката? За 3 года, что я с ним живу, может, мне что-нибудь попадется? Я говорю: тебе ничего не попадется. За 3 года, что ты с ним живешь, тебе ничего не попадется. Разойдетесь, и каждый по-своему. И ответ, что я слышу: ну тебе хоть хорошо, у тебя
квартира, и то, говорю, я заработала это. Мы с Оскаром начали с нуля. Не сравнивай. И я сегодня не смогу ничего, говорю. Я должна была вчера моего котика вести в больницу. Но я сегодня, говорю, уже ничего не будет меня останавливать. Я сегодня должна своего котика вести в больницу. Я сегодня уже ни с кем не буду встречаться, ни с кем ничего. Я сегодня уже все, моего котика буду вести в больницу. В общем, вот такие дела, мои хорошие. До вечера. Я вас всех люблю. Напишите в комментариях, правильно я сделала, неправильно. Надо было котика или надо было ее спасти, не знаю. Но они вместе, короче, в этот день. Я так сделала, они помирились, она пошла к нему спать. В общем, они целовались. В общем, короче, дурдом и солнышко.